Габиямы. Это товарищи Габиямы. Наши огурцы. Единый огурец почему-то очень похож на кабак. А как на бомбу. На бомбу, папа. На бомбу похож? Ага. Наш огород. Тыква голубенькая. Тыква лежит. Вторая. Третья, четвертая. Кстати, она уже желтая. Уже можно кушать. Тыкву первую можно скушать, на днях приготовить, отлично. А вот Лиза, которую раньше посадила. Хорошая уже. И у нас там тоже он лежит, тыквочка. А вот так вот выедают слизняки. Молодец, тут просто. Могут не выжить, а вот на дерево полезли. Ага, цветет же на дереве. Тыква зацвела на дереве. Подожди, Санечка, дай разобраться в этом. Ага, так и завязывается. И вот завязалась. На черешню полезла. Марсель заметит, не заметит. Тыква на черешне. Это как-то себя ведет поскромнее. Что? Кузнечики скачут. Вот это шлопух, смотрите, какой огромный вкус. Представляете, какой у него огромный корень этого лопуха. Яблоня. Фасоль красиво завязалась.